У нас нет будущего с экономической точки зрения. Только посмотрите на эту отсталую страну. Что дает миру эта страна, именуемая Россией? Есть ли у нее какое-либо технологическое новшество? Есть ли у нее какое-либо видение будущего? Есть ли у нее какое-либо представление о четвертой технологической революции? Ничего у нее нет. Как экономически, как технологически, наше будущее связано с Западом. Мы должны стать одним из главных звеньев, находящихся на магистрали север-юг. Этим я хочу завершить свою речь и заявить. Это последние дни ОТГБ.